Захватывающие эмоции и новые впечатления получают участники студенческих игр. Команды республиканских вузов соревнуются за звание лучших. Студенты проявят свои спортивные возможности в различных дисциплинах. Это футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика и не только. Все это впереди, но старт играм уже дан. Накануне они состояли соревнования по плаванию. О том, как это было, материал Сабины Гатаговой. Еще 7 месяцев назад условия для занятия плаванием в этом бассейне оставляли желать лучшего. Недавно завершили капитальный ремонт. И уже сегодня здесь проходят первые студенческие игры 2019 года. Несколько десятков спортсменов со всех вузов республики собрались на состязание. Георгий Сологаев успел сегодня отличиться. Все, что понадобилось ему для победы – шапочка, очки и желание быть первым. Несмотря на то, что плаванием занимается недолго, выступал наравне с кандидатами и мастерами спорта. И своим результатом остался доволен. Расскажи, как ты проплыл? Очень хорошо проплыл. Очень хорошие соревнования. Приплыл первым в 4-м заплыве. Мне очень понравилось. Очень хорошо проведены соревнования. Вообще в студенческих играх участие принимают более 500 человек. Организовал комитет молодежной политики и спорта Владикавказской администрации. Студенты охотно откликнулись. Фавориты среди сборных вузов уже дали о себе знать. Если говорить вкупе, сейчас кто лидирует, у нас на равных идут СОГУ и СК ГМИ. Но в принципе это только экватор наших соревнований сегодня. И поэтому все может случиться абсолютно. Плавание далеко не единственный вид соревнований. Впереди 2 активных месяца, в течение которых проведут состязания по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, армрестлингу, бадминтону и настольному теннису. По итогам соревнований победителей и призеров наградят грамотами, кубками и ценными призами. Сабина Гатагова, Алан Суанов. Новости Осетии.